Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова видео закупка продуктов с магазина Лента. В этот раз у меня просто огромная закупка. Давненько у меня такого не было. У меня получилось на 11 с хвостиком тысяч, но она действительно очень большая. Прям тележка была с горкой. В общем, сейчас вам покажу. Итак, вот такая вот у меня огромная закупка получилась. Купила кое-что еще к школе сыночку. Там еще у меня куча всего лежит. В общем, давайте начнем с мяса по традиции, да? Купила я две тушки куриные, вот такие. Я их не буду, наверное, целыми, я их разделаю, чтобы у меня была спинка, кости, в общем, на бульон, на суп. А ножки, грудка, ну, в общем, все как обычно. Также купили вот такой кусочек, это свиная грудинка. Вот 119 рублей она получилась, по 170, да? Это мы будем ее коптить. Мы сегодня будем коптить рыбу. И муж говорит, давай сунем туда грудинку и закоптим. В общем, сейчас ее тоже что-нибудь со специями сделаем. Посмотрю в интернете и закоптим. Дальше. Грудка индейки. Она была со скидкой по 329 рублей. Обычно она, да, почти 500 рублей. Поэтому я взяла две штучки. Люблю, кстати, грудку индейки. Вот. Дальше взяла вот такой кусочек. Это что у нас? Это свиная корейка. Вот такой очень хороший. Жира, смотрите, практически нет. Но вот такой хороший, он там был один только. Вот такой маленький, потом взяла. Дальше, как обычно, у нас домашний фарш по 329 рублей за килограмм. Такую упаковочку взяла. Потом колбаску, вот такую докторскую. Потом вот такой сервелат лентовский. И еще вот такой вот тоже лентовские, вот такую колбаску. Дальше сардельки мясные, папа может, наши любимые. Дальше у меня здесь много теста. Моему племешу очень понравился мой Наполеон, поэтому я буду его готовить снова. И купила вот бездрожжевое слоеное, у меня 4 упаковки, мне как раз на огромный Наполеон хватает. И я еще купила такое дрожжевое тесто, я делаю из них такие круглые слоечки, как слоечки, правильно они называются, с какао и с сахаром. Вот, тоже у меня любят. Дальше у меня здесь имбирь вот такой вот взяли. Потом взяла вот такой попробовать плавленый сливочный сыр. Не знаю, будет вкусный или нет. Я еще суп варю. Суп добавляю этот сыр. Дальше обычный сыр. Вот такой российский, голландский и вот этот вот мой любимый с орешками грецкими. С грецким орехом, очень вкусный. Вот это, кстати, марки тоже сыры, очень вкусные, очень нравятся. Дальше, как обычно, масло Вкуснотеево, мы его едим. Я еще взяла вот такое попробовать масло Хозяюшка. Оно, по-моему, тоже было со скидкой. Точнее, это не масло, а маргарин со сливочным маслом. Две упаковочки на выпечку, это я взяла. И вот это тоже на выпечку. Обычное сливочное масло, вот такое лентовское. На упаковочку, мне кажется, на выпечку можно подешевле масло. Так, здесь у меня сливки, это для крема Наполеона. Дальше хрен с лимончиком взяли вот такой. И вот такой соус баварский, медово-горчичный. Не знаю, наверное, будет вкусный. Также взяла баночку тунца. Он был со скидкой в Ленте. Кусочками в масле на какой-нибудь салатик пойдет. Хлеб лентовский ржаной. И два батона тоже лентовские взяла. Так, еще крупа пшеничная. В пакетиках это у меня племяшка любит завтракать кашкой. Ну, точнее, как кашкой, пшеничкой он любит завтракать. Потом взяла вот эти макарошки на бульончик, ну, на суп. Вот такие еще макароны взяла. И дальше здесь молоко, 2,5 литра, большая кружка. Еще сгущенку, это у меня на крем для Наполеона пойдет. Потом, ну как, не вся банка еще останется, потом, наверное, блинчики. Кстати, вот это очень вкусное, кареновское, да, правильно так говорить, молоко сгущенное. Дальше вот такую муку припортовую, на нее была скидка, поэтому взяла ее. Снова кофе. Ну, кстати, вот такой я не брала ни разу кофе американо, вот с такой девушкой, видите, с другой уже. Обычно я с красной или с зеленой вот этой вот
как правильно, чаума, наверное, она называется. Дальше еще мальчишкам с вами взяла вот такие разные конфетки при упаковке. Поделю им всем разные, а то передерутся. Также здесь впервые, кстати, увидела в ленте вот такой, это алкоголь, как это называется, аперитив, маргарита со вкусом лайма. Вот такой вот. Тут написано, изготовлено по заказу лента российского производства. Вот такой, ну не знаю, попробуем. Это, мне кажется, должно быть вкусно. Дальше здесь у меня муж взял пиво. Вот такое Василия Островская. Кстати, вот это Василия Островская, очень вкусное пиво. Квас вот такой лентовский и пепси. Дальше у меня идут фрукты, овощи. Здесь у меня груши. Вот эти вот форель, которые по 139 рублей. У нас есть свои груши, но, как видите, все равно они мои едят только вот эти. Дальше персики еще купила вот такие по 79 рублей. Здесь у меня маленькую капусту взяла по 31 рублю. Вот такой небольшой на супчик. Взяла много овощей. Я буду делать заготовки на зиму, но не знаю еще что. Либо заморожу, либо мама у меня их законсервирует. Если мама будет, не будет консервировать, а я буду замораживать, тогда сделаем малосольные огурчики. Вот такие у меня порвался пакет по 69, но они стоили дешевле, по-моему, 30 рублей или 32 рубля. Так, еще здесь у меня картошка. Взяла вот такую в пакете, потому что, которая, ну, типа эконом, она какая-то совсем мелкая была. Видите, тоже пакет порвался. Дальше вот как раз овощи на заготовку, ну и немножко оставлю так поесть. Это перец ласточка, ну он все время называется в ленте ласточка, какой бы там ни лежал, всегда ласточка. По 39 рублей я взяла 2 пакета, я их либо заморожу, либо на заготовку, как я уже говорила, да. Здесь у меня также лежат баклажаны по 39, ну считайте 40 рублей. Баклажаны я буду замораживать. Тоже во влоге сниму, покажу, как я это делаю. Дальше помидоры. Вот такие большие по 33 рубля. Хотя, мне кажется, они там были со скидкой. Ну, в общем. И еще вот такие сливовидные по 29, ну, считайте, 30 рублей. Тоже большую взяла. Я их либо на заготовке пущу. Ну, в общем, посмотрим, что буду делать. Я в любом случае буду снимать. Покажу вам. Дальше арбуз по 14,29. Здесь также яйца у меня C0. Так, дальше у меня здесь бытовая химия и для собаки. Значит, для собаки я купила вот такой сухой корм. Мы ей редко даем сухой корм, но все же даем. Также для каши, там больше ничего не было, взяла вот такие свиные шкурки. Мама их мелко режет и добавляет. То есть мы кашу варим не на одних свиных шкурах, а еще на говяжьих костях. В общем, много чего у нее там из разных видов мяса, разных видов круп. Купила ей также крупу, вот эту кукурузную в кашу. И 2 упаковки ячневой крупы. Котам, как обычно, пакеты. Дальше здесь у меня туалетная бумага, вот такая лентовская, с ароматом лаванды. Салфетки, вот эти универсальные, очень люблю лентовские, за их вот эту крышечку. Дальше вот такие взяла, 2 маленькие упаковочки брать с собой, когда с детьми куда-то идем. Дальше у меня здесь вернель, тоже он был со скидкой. И вот такой кондиционер, одну упаковку взяла, я уже говорила, стираю, в общем, всякую ерунду, всякие тряпочки и тому подобное. Также все еще со скидкой вот этот ваниш, я в прошлый раз брала для белого, в этот раз взяла... Я так понимаю, для цветного белья вот этот вот огромную упаковку, килограмм, стоила 200 с чем-то рублей, 289, по-моему, ну, в общем, в чеке увидите. Так как со скидкой, думаю, ну, надо брать. Вот. Дальше губки вот такие обычные, самые простые, я беру 365 дней, быстро они используются и выбрасываю. Перчатки вот такие, кстати, вот эти лентовские перчатки очень классные. Я беру размер L, чтобы они подходили у меня для всех, и для мужа, и для мамы. Ну, а мне как бы, не знаю, ну, будут они большие, мне все равно как бы. Вот. Еще забыла показать, вот всякое разное мороженое. Мы еще тут набрали магнат, M&M's. В общем, всякое разное, целый пакет всяких мороженцев разных. И вот еще канцелярию купила ребенку к школе, цветную бумагу, альбом для рисования, цветной картон, вот такой мелованный, вот. Дальше карандаши вот такие взяла,
Потом вот такой вот набор клей тут. Клей такой, карандаш канцелярский, ПВА, и вот такой ролик. Я покупаю недорогие, потому что он мне все равно, ну, либо потеряет, либо девчонкам отдаст, как в прошлом году было. Вот, да, у меня такой добрый мальчик, старший сынок. И купила вот такие простые тетрадки, потому что в прошлом году они нужны были, вот такие в линеечку, 10 штук. Ну, мы еще дома занимаемся, поэтому нам точно пригодится. И вот такие вот в клеточку. Вот, по 10 штук. Также купила своему младшему сыночку такой альбом. Он меня, кстати, любит рисовать. Так что ему купила. И там не фломастеров не было, карандашики у него есть. Я ему купила младшему такие ручки. Вот тут все писал, чирикал. И также купила вот такую папку. Правда, она такая в цветочек, но другой расцветки не было. Это папка для... Ну как, здесь вот для ИЗО и для... Как-то технология, да, у них называется, где вот они как раз картон там всякие складывать и так далее. Видите, такое разделение. Хорошая папочка, правда, нам обычно таких надолго не хватает. Ну, не знаю, цветочек тоже пойдет, тут же не совсем цветочек. И вот еще забыла показать зубную щетку, муж у меня взял. А я купила себе еще такой дезодорант, он был на скидках. Я просто на кассе все сложила в эту папку, решила сейчас показать. И вот показываю чек, он достаточно длинный. Вот видите, пятновыводитель ваниш. Вот этот килограмм стоил 283 рубля. Поэтому я схватила. Итого сумма составила 11 754 3600 рублей скидка. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!